Привет, друзья! Всем привет! Сегодня у нас джинсовое безумие. Сегодня у нас влог джинсовый. В какой-то момент я решила все-таки, что мне нужна джинсовая куртка. Ну или хотя бы джинсовая жилетка. Ну как-то уже просится в мой гардероб джинсовая. Ну и, конечно, я пошла в секонд-хенд. Сегодняшнее видео – это новый формат, который мне очень хочется развивать. Мне хочется что-то такого, знаете, необычного, непростого. Просто видео о своих покупках и демонстрация вам этих покупок. А мне что-то захотелось нового. И сегодняшнее видео – это вот новый формат. Надеюсь, вам он понравится. Я не знаю, что из него получится, как я смонтирую, интересно ли это будет или нет, но я попробую. Итак, друзья, приятного вам просмотра. Итак, друзья, очень лекрованное платье, ну, может быть, даже подошло бы как и пальто, плащ. Очень красивая вышивка на самом деле. Мне по размеру было хорошо. 3/4 рукавчик. Брючки на мне были скини. И как бы, ну, хорошо. Этот джемпер тоже немножечко, ну, достаточно толстый. И немножко там воротник. Это платье льняное или хлопковое. Ну, такое очень как бы душевное. Мне оно очень понравилось. Сидело по размеру, оно очень хорошо. Итак, друзья, это первый образ. Я купила все-таки это платье. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Я сейчас в скини, как в балетках. Потому что мне почему-то вот думается, что это платье хорошо именно с этими скини. С светло-серыми и с балетками. Возможно, у вас другое мнение. Вот я вам покажу. Пока совсем вот простое такое, посмотрите. Смотрите, друзья, если будет прохладно, например, можно одеть шарфик. Моя сумка. Как вам такой образ? Это будет второй образ. И третий, друзья, вариант. Это вот такой. Тоже платье, те же скини, балетки, все то же самое, только я добавила вот эту, господи, ну как же это называется? Жилетку, накидку. Вот, посмотрите, друзья. Как вам такой вариант? Четвертый вариант, друзья. Четвертый вариант. Это вот так. Если будет прохладно, конечно. Платье все то же самое, только вот я одела свое пальто. И сумка. Посмотрите, пожалуйста. Если будет прохладно, конечно. Шестой вариант. Платье, сумка, джинсы. Джинсы и белые кеды конверсы. Посмотрите, пожалуйста, что вы скажете. Мне с джинсами не очень нравится. Но, друзья, я же не с одной покупкой ушла из магазина. Джинсовая куртка, друзья. По размеру немножечко мне была большевата. Видите, она немножечко дырявая. Сидит она на мне тоже достаточно хорошо. И с платьем очень хорошо на самом деле. Посмотрите, вот и жилетка джинсовая. Ну, не знаю, что вы скажете. Девятый образ, друзья. Посмотрите, моя маечка. Она такая симпатичная. Джинсы.
конверсы белые и джинсовая куртка. Ну, совсем такой очень такой спортивный джинсовый образ. А, и сумка. Сумка обязательно. И сумка, друзья. 10-й образ. Я сама с себя смеюсь, друзья. Это жесть. Я не сняла там, в магазине, эту жилетку, потому что у меня телефон ёкнулся. Показываю вам 10-й образ. Мне он не очень нравится. Мне кажется, что нужно скини. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Просто майка. Просто маечка. Джинсы. Кеды. И вот эта жилетка. Вот такая веселенькая жилеточка. Вот она так смешно сзади, друзья. Вот 10-й образ. И, друзья, 11-й образ. Сумка, скини, балетки. Просто маечка. Она такого, ну, очень бледного лососевого, что ли, цвета. И вот эта жилетка. Что вы, друзья, скажете? Вот, посмотрите, пожалуйста. Со скини эта жилетка интереснее. Ну вот, друзья, я показала вам все образы. Я показала вам сегодня сегодняшние покупки свои. Джинсовые. Мне они очень нравятся. Мне очень понравилось снимать. Было весело. Я очень надеюсь, что я все правильно смонтирую. Жду ваших, друзья, комментариев. Какие образы вам понравились. Я в этом видео специально озвучивала номера. Первый, третий, пятый образ. Чтобы вам было легче, может быть, так. Потому что не все кто-то ленится писать. Если не ленитесь писать, спасибо большое, развернуто, если хотите написать. А можно просто поставить циферку. И я буду понимать, что вам этот образ понравился больше всего. А можно поставить несколько циферок. И мне будет приятно, что вам, что я подобрала образы правильно. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Пока-пока.